Прямую телефонную линию и прием по личным вопросам в Мозырском райисполкоме провел начальник главного экспертно-правового управления Комитета госконтроля Республики Беларусь Андрей Матюшенко. Вместе с ним на приеме присутствовали представители исполнительной власти района и председатель Мозырского межрайонного комитета государственного контроля Сергей Будник. За время горячей линии на номер телефона поступило 2 звонка. Чтобы разобраться в вопросе более детально, одному из звонивших предложили прийти на личный прием. Мозырянин Николай Сергеевич рассказал, что не согласен с обозначенными границами своего участка. С этим вопросом он неоднократно обращался в различные службы и ведомства. С помощью представителя землеустроительной службы райисполкома Андрей Матюшенко постарался вникнуть в суть проблемы и решить застарелый вопрос так, чтобы с одной стороны не нарушить законодательство, а с другой удовлетворить все стороны конфликта. Суть следующего обращения – нарушение банком гарантии по возврату вклада. Мозырянин Петр Андреевич оказался одним из тех, кто не смог вернуть свои деньги, которые некоторое время назад доверил банку. Валютный отзывной вклад предложили возвращать с депозита частями. Я такой вклад специально положил. Я же пришел и спросил, как, если я вот сегодня вложу, мне завтра денег понадобится, я заберу. Заберешь без проблем. Ну, то есть востребованность в деньгах и не да, мне понадобились деньги, такой вариант у меня был хороший, а у меня прокинули. Ситуация с возвратом валютных вкладов сегодня действительно напряженная. Мозырянину предложили написать заявление в головной офис банка и изложить суть проблемы, либо вернуть всю сумму в белорусских рублях. В целом, за короткое время приема Андрей Матюшенко старался максимально полно разобраться в каждом частном вопросе и найти способы его решения. Максимально удовлетворить там, претензии, требования, может быть, предложения граждан. Вот, не остаться как бы равнодушным к ним. Вот. Ну, это принцип, которым я руководствуюсь всегда. Что говорится о сегодняшнем приеме? Ну, вопросы на самом деле очень интересные, актуальные и важные. Может быть, не все получилось решить сегодня по этим обращениям, но присутствовали сегодня заинтересованные лица исполнительного комитета, банка, другие, которые как бы слышали о тех проблемах, которые сегодня звучали. И я надеюсь, что те вопросы, которые все-таки поднимались, они будут решены. По окончании приема граждан Андрей Матюшенко посетил завод «Беларусь-кабель», где ознакомился с работой предприятия и пообщался с руководством и представителями трудового коллектива. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».